Привет, дорогие друзья, с тобой Эдди, и наконец-таки мы это получили. Многие, возможно, не ждали или не знали. Вышел мод The Crime. Он делался буквально полгода, и вот сейчас, за 10 дней до этого выходил первый тизер, я не думал, что он так быстро выйдет. Нас уже встречают вместо голых мужиков какие-то чуваки в панамке и в майке. У нас есть все звуки и также бонус, чего мы, собственно, его и посмотрим. И этот фон очень круто смотрится, прям по тему сделано. Ну давай начнем с битов. О, и сразу же первый чувак из тизера. У него сейчас с глазом что-то не так. Ну вообще по дизайну выглядит довольно стилево. Парень в очках и кепке. Так, какой-то хиппи. Ну, под редом, возможно, он не похож на хиппи. У него еще борода, шапка. Больше часто походит на бомжа какого-то. Так, еще один парень в кепке. Ну, пока неплохо. Так, колонка. Воу. Воу, недурно. Найс, вообще, круто звучит. Биты зачетные, реально. Мне кажется, в миксе это будет полный разнос. И самое время эффекты. Конечно же, это у нас бас. Он у нас тоже был в тизере. О. Неплохо. Это у нас, я так понял... Часть эффектов состоит из полицейского отдела. А этот был у нас в анонсированном трейлере. Я, если честно, думал, это будут голоса, но нет. Спецназовец. Какой-то, возможно, капитан. Рация, очки. Блин, реально круто выглядит. Вся часть эффектов довольно хорошо себя показала. И самое интересное, что здесь может хорошо звучать, так это мелодии. О, это мы слышали вроде в тизере. Прикольная анимация. Этот был в трейлере. Такой чисто хулиган, который любит раскрашивать стены. Прическа у него, конечно, найс. А вот что у него на ушах, это вроде наушники. О, ну это уже реально какой-то хиппи. С дредами и в повязке. О, это мы тоже видели в тизере. Такой, знаешь, типичный пацан, руки в карманах, кепка элитная. О, ну мелодии
по своим дизайнам они очень стильно выглядят и по звукам очень даже хорошо проработано. Ну и самое время голосов. Вот это зачитал, конечно. Но он тоже у нас был в трейлере. Интересно очень. Вот это неплохо. Вот этот, наверное, будет моим самым любимым. Очень хорошо. По дизайну вообще очень хорошо выполнено. Йо. Это уже какой-то уровень Эминема. Так. Чувак в афро-прическе и с повязкой, хотел сказать, Наруто, очень похоже. Ну, интересно. Тоже чувак в повязке. Голоса, мне кажется, будут сжигать весь микс. И давай глянем с тобой бонус. Так, два бита, бас, мелодия. Ну, в принципе, стандартная комбинейшн. О, вот этот чувак. Хорошо читает. Круто. Вот это было клево, бонус очень хорошо выполнен. Ну чисто криминальные дельцы такие происходят в бонусе. И давай же замиксуемся, мне очень интересно будет, как это все будет сочетаться. Thank you.
Мод очень хороший, он у меня не вызвал никаких недовольств, все очень четко выполнено. Сама тема, сами звуки и дизайн, и бонус, все как в шоколаде. А с тобой был я, Эдди, подписывайся на канал и оставляй свои комментарии. Удачи тебе и до следующих модов!